Всем привет! Доброго времени суток! И сегодня я хочу поиграть в игру, которая называют Silent Hill. Вышла она в 99 году. В то время у меня не было компьютера, у меня не было Sony PlayStation. У меня была Sega, я играл в Sega, и PlayStation я видел только в магазине, где сейчас супермаркет Перекресток. Но в то время это был обычный магазин с разными отделами, в том числе там стояло два стула, телевизор, и давали поиграть за бабки в разные игры. Там была плойка первая, был Tekken, в который рубились школьники вместо того, чтобы учиться. Я туда заходил, иногда играл в Tekken за Эдди, всех выносил. Вот. А чуть позже к нам в класс пришел мой друг. И у него была Сонька. То есть он как бы учился до этого в другой школе, в другом городе. Он переехал в наш город, и у него была Сонька. И мы после уроков играли в Diablo первое. И также у него была игра Silent Hill. У него были карты памяти, он прошел там очень много в этой игре. Вот. И первый раз я поиграл эту игру у него. Это было что-то. Мне очень понравилась эта игра. Я взял у него диск и играл у своего брата на плойке. Но у него не было карты памяти, я не мог сохраняться. Поэтому доходил всегда примерно до одного и того же места и умирал. После чего в 2003 году у меня появился компьютер и вторая часть. Вышла вторая часть. Я ее в то время еще прошел. После вышла третья. Третья тоже была пройдена. Четвертая The Room также. После четвертой, по-моему, в 2008 вышла Homecoming. Я ее тоже прошел. Выходила Silent Hill, не помню название, на Wii и на PlayStation 2. У меня была плойка вторая какое-то время. И эту часть я тоже прошел. Далее Downpour. Downpour тоже был пройден. Ну и, собственно, не прошел я только первую часть и Silent Hill Original или Originals, как-то так, то есть для PSP выходила. О боже мой, как-то тут отработал эмулятор не очень хорошо. Вот нам показывают игровой процесс. Но я думаю, смотреть не будем. Мы будем проходить первую часть Silent Hill. Настройки. Выход, яркость, управление, экран, звук, музыка. Ну что ж, тут вроде все понятно, ничего менять не надо. Новая игра. Конечно же, легко. Я же не сумасшедший первую часть проходить на нормальном, тем более на тяжелом. Это главный герой. Пока мы не знаем, как его зовут. Проснулся, никого нет. Только туман. Лишь только туман окутал все вокруг. Тачка разбитая вдребезги. И вот он куда-то бежит в темноту. Непонятно, куда побежал. А, ну, собственно, пробежал он сюда. Ищет он Шерил. Ему все кажется странным, тихим. Город-призрак? Я думаю, все так и есть, друг. Что это тебе такое? Монокль? Шерил. Ну, судя по всему, нам нужно найти Шерил. Да, я тоже это слышу. Интересно, где это и откуда? Так. Ну, судя по всему, это Шерил. Cheryl? Да, это Is that Шерил. Cheryl? Да, это она, конечно. Кто же это еще может быть? Where are you going? Hey, wait! Постой. Stop! Конечно. Подожди меня. Давай поговорим по-нормальному. Почему ты постоянно убегаешь от меня?
Какой раз уже я приезжаю в новый город и ищу тебя по каким-то сраным подворотням? Что тебя так тянет в этих подворотнях? Не можешь бросить свою наркоту. Сколько раз я тебе говорил, не доведет она тебя до добра. Как-то странно получается у меня бегать. Это очень странно. Ну ладно. Мусорные баки. Так, так, куда же она пошла? Куда же ты, малышка? Бойся собак. Или остерегайся собак. Так, ну вместо собак какое-то мясо кровавое. Воу, камера меняется. Я люблю старые игры вот именно за это. За стрёмную графику, за... То, что игры раньше делали как-то более качественно, сейчас делают полное дерьмо. Была плохая графика, но все остальное в играх было просто супер крутым. Их старались как-то более продумывать, что ли, какие-то фишки впихивать. Да, действительно странно, почему же становится темно? Ну, я с тобой согласен. Что это у тебя такое? Так. Что у нас здесь? Колесо крутится. Это как вечный механизм. Какие-то койки. Ой, да, звук здесь, конечно, вообще жесть. Напрягает и нагнетает. Кровища. Что же здесь произошло? Какие-то трупы. Слушайте, я бы на самом деле бы убежал оттуда бы сразу же, как только всю эту херню увидел. Ну нет, наш... Ой, какие-то дети, карлики. Карлики с ножами. Черт. Черт, они везде. Они меня крутят. Дети, они ж меня окружили. По ногам дали мне сами ножами, лезвиями. Хм. Интересно. Кто-то шагает. Ну, я бы её бахнул на самом деле. И чё ты пыришься? Что ты хорошего мне расскажешь? How do you feel? Действительно. Oh, like I've been run over by a truck. But I'm all right, I guess. Эх, пропустил я. Не дочитал, думал, что нажму на старт и, собственно, пропущу диалог, но нет. Здесь у нас есть... Конечно, взять. Настойка лечебная, она по-любому поможет. Фонарик тоже моё. Карта. Думаю, пригодится. Стоп. Кто там только что прошел на улице? Тоже это видели? Ну нет, нужно сначала сохраниться, это по-любому. Ну что ж, конечно, сохранимся здесь. Кафе. Окей. Что здесь нарисовано или написано? Study Damit. Что бы это могло означать? Что полезного еще мы можем найти в этой кафешке? Радио, конечно. Нет, ну слушай, друг, радио мы возьмем позже. Сейчас пока он не понимает, зачем ему нужно радио. Ножик. Вечерняя настойка, ножик. Кухонный нож, это то, что нужно. Я думаю, нужно экипировать этот нож. О, она подогнала мне ствол.
Все отлично, я с ножом. Я вооружен и могу уходить. What's that? Huh, radio. What's going on with that radio? Серьезно, что это такое? Ой-ой, ой-ой. Так, я думаю, карта не нужна. А на какую, собственно, кнопку атаковать? Не, нужно встать в позу, я думаю. В какую-то позу. Ага. Почему он не умирает? Черт, он таким образом меня сейчас вообще завалит здесь. Я думаю, это оружие против него не очень действует, но у нас есть ствол. Ну что, шлюха? Ай, убила. Птеродактиль вальнул. Вам не обязательно вступать в бой с каждым врагом, что оказывается у Гарри на пути. Во многих случаях лучше пробежать. То есть это с понтом... Нет, конечно, загрузить. Загрузить кафе. Ножик. Аптечка. Собственно, взяли. Сразу возьмем ствол. What's that? Huh, radio. What's going on with that radio? Ну давайте, я хочу уже пропустить. Почему? То, что мне интересно, я пропустил, а что мне интересно, пропустить не могу. Прицелься хорошенько. Да чтоб тебя. Вот так. Отлично. This is not a dream. What's happening to this place? Очень странно, очень странно. Вообще, все монстры в каждой части разные. И я слышал, что это связано с тем, что Silent Hill, город, вот этот призрак, он пробуждает в главных героях самые их страшные страхи. То есть даже не то, что самые страшные страхи, а просто это связано с психикой. То есть особенности психики. Разные люди боятся разных вещей, и поэтому все монстры разные. То есть во второй части это какие-то медсестры, в первой части какие-то непонятные монстры. Вот. А также я слышал байку, что в то время, когда вышла эта игра, ну, компьютеры были слабенькие и на тот момент не могли реализовать как бы 3D город вот этот вот большой, то есть чтобы дальность прорисовки была, ну, большой, как бы, то есть далеко, чтобы было видно вообще, что происходит. Не могли, поэтому решили придумать туман. То есть на тот момент могли сделать только так, и вот этот вот туман еще и параллельно стал фишкой, то есть, ну, что-то типа этого. Так, чья-то тачка. Кто-то здесь вхерачился. Прохода нет. Радио нам подсказывает, что кто-то здесь бродит. Слушай, друг, я не хочу тратить на тебя патроны. Патронов у меня и так мало. Я пока еще сам не знаю, куда мне нужно идти. Поэтому давай мы с тобой по-хорошему разойдемся. Так, сюда можно пройти? Нет, сюда пройти нельзя. Догоняй, 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 Шлихен Сэм. О-о-о-о! Слушайте. И ускакала, улетела. Нет, мы, наверное,
все же дадим отпор ей. Шлюха, иди сюда. Бам, 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 бам. Готово. Готово, патронов стало меньше. Куда идти, непонятно. Что ж, если непонятно, куда идти, можно воспользоваться картой. Что нам покажет карта? Карта нам показывает, что нужно идти направо и свернуть в подворотню. То есть, судя по всему, туда, где я был до этого. Быть может, я куда-то не туда пошел? Нет, все правильно, сейчас будет поворот направо. Вторую часть относительно недавно проходил, перепроходил, то есть году, наверное, в 2005. Черт, я пробежал. Опять эти звуки, ненавистные звуки. Опять он здесь. Слушайте, свинья кричит, словно, вернее, звук этого монстра, как будто бы свинью режут. Вот у Касперского такая же херня была. То есть, когда у шестой версии там какой-то вирус он находит, также свинья визжала, верещала. Может быть, мне сюда? Куда же мне? Почему они мне показывают, что я должен пойти сюда, а по факту не сюда? А, я понял. Потому что мне нужно развернуться. Я неправильно смотрел на карту. Ну, конечно, не тот же самый, что и Дубльгиз. Да, мы пришли туда, где нас и херанули. Песики. Ты любишь песиков? Раз, два. Патроны кончились. Два песика. Один песик, а патроны кончились. У нас есть ножик. С песиками, думаю, будет попроще. Ну что ж, шлюхин сын, иди сюда. Хуа-хуа! Один удар, и ты труп. Куда ж ты? Побежал, друг. Дружочек-пирожочек, где ты? Ах ты, шлюха. Иди сюда. Иди сюда. Никак не могу в него попасть. Может быть, какой-то удар нижний есть? Нет, нижнего удара нету. Ой, нужно его, наверное, ловить в прыжке. Давай, иди сюда. Ах ты ж. Слушайте, я походу сейчас снова умру, если... А-а-а-а. Нет, ну нужно вылечиться, иначе мы умрем. Использовать, конечно. Прыгай. Да, блин, я... Я не понимаю, как его убить. Я не понимаю. Он прыгает, но ничего не происходит. Я ударяю, он... Ну что ж ты как бьешь? Почему ты не можешь ударить просто как-нибудь? Я не могу его убить. Это супер собака. Я попал? Почему ты тыкаешь? Почему ты тыкаешь? А как бить? Левый удар, левый удар. Мне нужен левый удар. Нет, мне непонятно. Непонятно, как тут быть. Ай, опять это. Они сделали это, они меня сделали. Но на самом деле это не так страшно. Я просто тупанул и пошел немножко туда. То есть сейчас мы сразу пойдем в эту подворотню. И у нас есть пистолеты и полные патроны. Мы с легкостью расправимся с этими псами. Нужно-то пойти прямо и налево. То есть сюда. Пустой город. Да, ребята, это вам не в GTA-шечку играть, в пятую. Вот шлюха. Догоняет. Ай, нет, извини. Извини, я не хочу с тобой играть. Я вообще не хочу тебя видеть. Я хочу пройти
Да чтоб тебя, что ж ты пристал ко мне? Да, вот куда мне нужно идти. Надеюсь, он от меня отстанет. Да, мы убежали, отлично. Радио снова нас оповещает о том, что кто-то спереди или сбоку или сзади. Давай, нацелься. Ты умеешь, я знаю, нацелься на него. Бам! Готово. Еще разок. Убежала. Ай-яй-яй. Да что такое? Нет, на этот раз ты... Слушайте, мне кажется, он не может стрелять. Опять 25, этот пес. Этот пес меня достал. Интересно, а можно загрузиться? Опции. Нет, загрузиться нельзя. Ждать выход, но это выход смешно. Ладно, вы знаете, черт с ним, не буду я тратить на него время, могу, в принципе, вообще патроны не тратить. Пройдем же, посмотрим, что там нас ждет. Друган, у тебя проблема с головой, мне кажется. Мне кажется, что это просто плод больного воображения, то, что происходит. Ну, не могут собаки же бегать по улице, правильно? Особенно такие какие-то без кожи. Патроны. Отлично. А перезарядочка? Нет, никакой перезарядочки. Смотрим, что здесь у нас есть. Интересно, что делает этот альбом вообще здесь? Опять альбом? Нет, альбом больше нам не интересен, мы его посмотрели. Труба. Да, конечно. Знаете, я эту трубу, пожалуй, эту трубу я и возьму. Мне кажется, это будет основное оружие на ближайшее время. Что за записка? Ну-ка. Школу. Isn't this Cheryl's sketchbook? Что ты взял, что она в школе? Просто потому, что увидел надпись какую-то непонятную, где написано «в школу»? Хорошо, но мы проверим сначала, что здесь. А здесь-то, собственно, ничего и нету. Окей, ну нужно нам добраться в школу, получается. Вообще, мне кажется, без прохождения, если играть, то это с ума сойдешь. Тут настолько все загадочно и непонятно. Можно блуждать кругами, тупить. Нет, друг, ты получишь свое. Я могу тебя забить, как Куан Чи в Mortal Kombat. Ах ты шлюха. Да чтоб тебя, иди сюда. Да чтоб тебя, иди сюда, шлюха. Еще. Еще разок. Вот так, вот так. Добей. Отлично. Собака корчится в агонии, я чувствую ее боль. Пора подлечиться. А то что-то херово ему, походу. Знаете, давайте все две аптечки используем. В школу сверимся по карте, куда же нам. Сейчас мы будем бегать по этим улицам, и везде будут какие-то обвалы, все будет перекрыто, закрыто. И путь лежит хитро как-то вот он... По-хитрому как-то это все сделано, где-то скрыт проход к этой школе. То есть не просто так здесь, возможно, через дом, через какой-то. Где-то нужно, я помню, ключ найти от какой-то квартиры, в этой квартире найти еще что-то. Ну что ж, посмотрим, посмотрим. Я предлагаю пойти налево.
Я вообще люблю ходить налево. Опять это говно. Стараемся бежать. Догоняет. Видимо, не избежать битвы. Давай, я готов сразить тебя ударом самбо. Ах ты, шлюха. Видимо, надо раньше нажимать. Откуда, с какой стороны, не вижу. Да бляха, муха. Это вообще непонятно, как их бить. Я вижу, вижу, но не попадаю. Да, блядский выродок. Как же тебя мне вальнуть-то? То есть... Она уползает. Мы ее должны добить. Получай. Получай. Отлично. Ящички. Нет, в эту дверь не войти. Ах ты, какой неуклюжий. Может быть сюда? По-любому в какой-то дом попасть можно. И по-любому где-то ключ. Нет, не сюда. Проверим здесь. Тоже не сюда. Ну и само собой, конечно, больше всего мне понравилась вторая часть. Помню, как я ее проходил в первый раз. О, это было что-то. Это было долго, играл я без прохождения, но... Но, конечно же, я воспользовался прохождением в некоторых местах, уже когда прошел больше половины игры, потому что, ну, это просто какая-то дичь. Без прохождений играть Silent Hill — это дичь. Это можно только в какие-нибудь новые части, где больше динамики, больше экшена, как-то все так по-другому сделано. Кровь. Мы видим кровь. Чья это кровь? Наверное, это моя кровь. Сколько жизней? Ну, я думаю, что где-то половина. На дорогу соваться не хочу, потому что по-любому там бродят вот эти вот ребяточки. Сопляточки. Окей, тупить хватит. Нужно продвигаться дальше по карте. Сломанный ящик. Нет. Посмотрим, что здесь. Посмотрим на карту. Собственно, карта говорит, что мне нужно идти-то обратно. Сверимся еще раз. Да, верно, вот в этом направлении. Пойду по левой стороне, потому что по правой что-то мне подсказывает. Летает. Летает там этот урод. Locked. Jail. Оп-оп-оп, это же какие-то рисунки, это какие-то надписи. Ну-ка посмотрим, что здесь у нас. Послание, конура, улица Левина. Конура, улица Левина. Это значит, что в конуре-то что-то у нас есть. Нам на улице Левина. Прикольно, если бы они бы назывались улица Блоха. Да, это прикольно. Элроя, Левина, улица Левина, то есть в конуру. Ищем конуру. Так, слева я понял, там этот чувачочек. Чувачочек нам этот не нужен. Идем на улицу Левина, ищем конуру. Конуру нашел и монстра. Ай, как это же. С
Сложно. Да куда ж ты? Иди сюда. Ах ты, псина дубина. Получай. Получай, сучка. Ну, получишь ты уже. На. Еще разок. Давай. Ай-яй. Ну-ка, прыгай, прыгай, прыгай. Вот. А, немножко. Получай, шлюхина дочь. Так-то лучше. Еще одна. Ну что, дадим ей жару. На. Еще раз. Опа, да. Вот, собственно, и конура. Что у нас в конуре? Ключ от дома спрятан. В собачьей конуре. Взять его? Конечно, взять. Ну, я думаю, это от этого дома. Конечно. В доме у нас есть аптечка. Я думаю, что аптечка как раз сейчас, кстати. Цветок. В цветке ничего не спрятано. Давайте сразу посмотрим, что в этой комнате. Комната. Jailed. Комната закрыта, но есть сохранение. Пожалуй, это и нужно сделать. Сохраниться. Новая запись подойдет. Дом с конурой. Окей. Да, патроны мне нужны. Еще патроны. Электричества нет во всем городе. Хотя, возможно, где-то, конечно, и есть. Так, здесь ничего интересного. Похоже на музыку его шаги. Так, припалил аптечку. Вернее, целебное зелье. Настойка. Лечебная настойка, конечно. Интересно, можно открыть холодильник? Холодильник пуст. Откуда ты знаешь, что он пуст? Ты его даже не открыл. Что здесь? Ай-яй-яй. Здесь три замка. А здесь карта. Же написано. Посмотрим. Значит, я так понимаю, что нужно на улицу Лероя и вот в тот переулочек. Ну что ж, не будем терять время. Не будем терять время. Сверимся с картой. Куда же нам? Значит, если я пойду налево, а потом направо, скорее всего, заблокировано. То есть, я думаю, нужно пойти направо и прямо... Мы выйдем прямо на Бахмана. На улицу Бахмана. Видимо, нарки там бахаются. Поэтому... Эту улицу так и назвали. Хмурым. По Вене херачит. Кайфует целыми днями. Через правильное направление, кажется, нет. Конечно, нет. Нужно пойти назад. В эту игру мне было страшно играть одному, оставаясь дома, когда я брал Соньку на выходные или на какое-то время. Сейчас уже не так страшно. Я думаю, что это из-за графики. Сейчас эта графика кажется, ну, какой-то стрёмной. То есть как-то забавно даже смотреть на это все. Ай, припалил. Припалил, я думаю, от него не убежать. Догоняет. Остается только биться. Нет, улетел.
Догоняет? Ах, ты ж сука. Иди сюда. Получи. Что, снизишь свой полет? Нет, 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 все еще здесь кружит. Кружит. Я вычислю, в каком направлении ты полетишь на меня. Ах, ты ж сучка. Хватит кружиться. Давай, иди сюда. Слушайте, они либо прикалываются надо мной, либо что-то игра тупит, что ли. Ах ты гад. Давай сюда. Опа! Два удара. Все еще держится. Все еще летает. Слушайте, он испугался. Он испугался. Я дал ему по щам, но он испугался. Он понял, что я круче. Он понял, что я круче. Хорошо, проверим, что здесь. Что это за переулок? Куда они меня направляют? Так, стоп, в этом переулке я был. В этом переулке я был. Или не был. Нет, конечно, я тут был. Опять он. Надеюсь, мы обманули компьютер. Хорошо, посмотрим, что здесь. Направо. Что-то здесь должно быть. Но здесь нет ничего, кроме обрыва. Может быть, что-то лежит на полу? Нет, только... Ай, хватит меня клевать. Да чтоб тебя. Ты мешаешь мне проходить игру. Почему он бьет то... Да что такое? Это супер крутая боевая система. Не вижу. Слушайте, Dark Souls, Bloodborne, что? Попробуйте поиграть вот в это. Ай-яй. Да что такое? Почему я не могу попасть по нему? Я потерял его. Ай, все своими ногами да клювом. Слушай, ты меня достал, друган. Ты серьезно меня достал. Я с тобой больше не буду церемониться. Получи. Запинаем, запинаем гниду. Отлично. Жизни мало. Куда идти, непонятно абсолютно. Но не просто так это место отмечено на карте. Если оно отмечено, значит, что-то должно здесь быть. Я не понимаю. Я не понимаю, что от меня хотят. Зачем? Зачем я сюда пришел? Что здесь такого? Что, кроме обрыва, здесь можно найти?
Окей, попробуем сходить сюда. Машины. Получи. Откуда? Откуда? Ай-яй. Да чтоб тебя. Отлично. Получи, гнида. Слушай, она снова испугалась. Хитрые, однако, здесь все-таки монстры. Направо. Пинок добивающий. Что у нас здесь? Здесь у нас ключ. Ключ льва. То есть три замка, один ключ у меня есть. И нашел я его вот тут. Здорово, здорово. Но все же почему-то место отмечено кружком. Это мне непонятно до сих пор. Нужно хорошенько проверить, что же все-таки там. Я это дело просто так не оставлю, будьте уверены. Я докопаюсь до истины. Где это говно летающее? Получай. Получай. Улетел. Сколько патронов? Патронов 11. Нормально. Может быть, мне стоит потыркать багажники? Нет? Здесь я уже был, ничего не нашел. Нет. Багажники в то время еще не открывались. В то время еще не знали, как сделать так, чтобы открывался багажник. Пусто. Ничего. Ничегошеньки, совсем. Хорошо, попробуем сходить там, где стрелочка. Стрелочка, видимо, тоже показывает какой-то проход. Нет, дальше. Получаешь, шлюхина дочь. Или шлюхин сын, как тебя там? Правильно.
Нет, ты не скроешься. На этот раз ты не скроешься от меня. Ах ты гад. Мимо. Опять мимо. Получи. Получи. И ногой добивание. Вот это добивание, я понимаю. Пинул ногой, больше не встанет. Сколько патронов? 13. Было 11, стало 13. Видимо, из откуда-то достал он их. Припрятаны были патроны этого дружка, пирожка. Еще один. Нужна открытая местность. Раз. Испугался. Что нам говорит карта? Карта нам говорит, иди сюда. Еще дальше. А дальше это куда? Налево. Что у нас слева? Да ни хрена слева нет. Нет, смотрите-ка, какой-то проход. Причем этот проход очень сильно похож на другой проход, который также отмечен на карте. Видимо, все же я правильно шел в прошлый раз. Да, я тут был. Черт, придется идти назад и тратить жизни и патроны на этих монстров опять. То есть мне обратно нужно пройти. Ох, как же это нудно. Надеюсь, по пути в ту сторону меня никто не грохнет. Что держаться ближе к домам. Да, все верно. И сейчас нужно будет повернуть налево. Буду держаться с левой стороны. Ай, говно летающее. Надеюсь, мы убежим от него. Вот сюда, конечно. Никого не вижу. Может, не сюда? Да, действительно сюда. Но сперва я бы хотел все-таки осмотреть. Смотреть, что же здесь. Что же здесь ждет? Тупик? Нет, здесь проход. Лучше сходить туда. Наверное, там сохранение и лечилка, что-то в этом роде. Потому что давно их не было. Ну-ка. Стены. Лечилка. Поправим сразу здоровье. Чего тянуть? Если оно и так хреновое. Какой-то клочок бумаги. Это же ключ. Дровосека. Ключ дровосека. Голова собаки. Видимо, кто-то в баскетболе играл этой башкой. Какой-нибудь псих. Что за дверка? Чейлд. Заперто.
Вернее, она даже не кликабельная или как это, то есть она не реагирует на нажатие на крестик. Попробуем пройти тут. Сверимся с картой. Ну, собственно, здесь что? Здесь мы можем направо повернуть. Но там мы были. Там мы были. Слева тоже были. Точкой отмечена дверь. Отмечена дверь. Справа круг. Друзья, я хочу попробовать все-таки посмотреть. Не хочу тупить. Я хочу глянуть все-таки, что пишут в интернете. Где же найти третий ключ? Потому что это может продолжаться очень долго. Быть может, в этом даже нету никакого толка. Или толку. Или Толкин, может быть, нам поможет. Фродо. Значит, Silent Hill. Прохождение. Когда я играл, я два раза пытался ее пройти. То есть, вернее, пытался пройти я больше гораздо. Когда я играл на Соньке, там неоднократно пытался пройти эту игру без карты памяти, что просто нереально. Я даже до этого места, где вот сейчас, не доходил, так как я как-то, не знаю, мне казалось, она гораздо сложнее в то время, эта игрушка. Вот. И я даже, по-моему, ключ-то из будки не доставал, потому что не знал. Не было интернета в то время у нас, у всех, у моих друзей. Но когда я ее проходил уже в сознательном возрасте, то есть это лет, наверное, 16, я вспомнил, что есть такая игра Silent Hill. Уже, вернее, даже не то чтобы вспомнил, а после второй части. Вторая часть вышла, я решил пройти первую. Я также качал его эмулятор на компьютер, брал диск у своего друга, потому как не было интернета, и у него была первая Сонька. Я просто взял диск и запустил этот диск через CD-ROM. В эмуляторе есть такая позиция, там открыть диск ROM, CD-ROM. Вот. И дошел я, не помню, в школе был. Там, помню, какое-то, помнится мне, было пианино, и на этом пианино нужно было какую-то мелодию сыграть. Что-то там какая-то была проворена подсказка, так я и не смог вот на пианино, в общем-то, сыграть эту мелодию. И на этом что-то там, я не помню, что случилось, Windows переустановил, еще что-то, то есть сохранения как-то куда-то делись, и уже все. За эту игру я больше не брался. Ну вот, пришло время. Время пришло пройти игру, после чего, я думаю, можно будет пройти, скачать эмулятор PlayStation, PSP, чтобы я мог с гордостью сказать, что все части Silent Hill прошел, первую прошел, на Sony PlayStation PSP тоже прошел. Что там, Wii? Нет, Wii не было, была вторая Сонька. На вторую Соньку тоже выходил Silent Hill эксклюзив, прошел. Все прошел, любая часть, четвертая, третья, пятая, все прошел. Итак, старый Silent Hill. Трубу мы уже нашли. Ключ дровосека тоже нашли. Ключ льва находится в припаркованной машине. Нам нужно глянуть, какие ключи уже имеются. Имеется ключ дровосека и ключ льва. Ключ дровосека и льва есть. Страшила нету. По улице Элрой и пройдя по деревянной доске, найдите почтовый ящик. Внутри него будет ключ Страшила. Ну и, собственно, потом нужно будет открыть эти три замка. Посмотрим, куда нам идти. Идти нам назад. Причем сейчас что-то я такое припоминаю, действительно, да, там как-то вот есть проход где-то, то есть как-то там по доске действительно можно пройти, и мы выйдем к этому почтовому ящику. Правильно ли направление я иду?
Да, все верно, потом направо. Как он по травке бегает. Вот здесь, дорогие друзья, здесь где-то есть проход. Есть проход на улице Элрой. Это ведь улица Элрой? Элрой. Где-то тут должен быть проход по доске. Вот же доска, как я ее не заметил в прошлый раз. А вот и ключ. Ключ Страшила найден. Аптечка. Вернее, лечилка. Настойка, отлично. Вылечимся сразу. Она не помешает. Патронов у нас 15, то есть люлей мы в любом случае навешаем всем, кто помешает нам добраться до пункта назначения. Собственно, нам сюда. Потом, наверное, наверх. Хотя нет, до конца по этой улице бежать. Ой, тут уже всего ты не упомнишь, не припомнишь. Какое наведение, наведение. R2, отлично. Silent Hill, пустой город-призрак. Еще разок. Не пробежали, нет. Опять эти твари, я вас слышу, вылетаете. Какой неприятный звук. Опасность миновала, позади. Я так понимаю, что она вот сюда. Так, вот и самые домики. Собственно, следующая квартира наша. Вот здесь, конечно. Тут и будет сохранение. На новое сохранение, пожалуй, чтобы была возможность пройти заново, в случае чего, если вдруг не будет хватать. Конечно, открываем дверь. Лева, дровосека, Страшила. Открыто. Кат-сцена. Тьма? Мне это не нравится. Так. Аптечка. Много аптечек. Если много аптечек, значит и много врагов нас ожидает. Впереди. Ну и патронов у меня немало. Больше ничего здесь нет. Открываем калитку. Боже мой, что это за звук? Куда нам идти? Есть ли карта? Так, мы держим путь к школе. Выбор. Либо направо, либо налево. Налево, понятно, любой каждый дурак пойдет, потому что это самый близкий путь к школе. Но что-то подсказывает мне, что там не пройти. По-любому там не пройти. Но, возможно, там лежит что-то, что... А может быть, ничего не лежит. Может быть, здесь лежит что-то. Но мы сохранились, и в любом случае сможем загрузиться. Ну-ка.
попробуем пройти тут. Песик, я тебя припалил. Ну что ж. Ах ты ж говно. Сквозь деревья летает. Смогли убежать. Карта. Почти, почти пришли. Ай-яй. Почти добежали. Песики. Да что такое? Угомонил. С жизнью все окей. Школа? Карты школы пока нету. Может быть, получится прочитать вывески? Нет. Вывески прочитать не получится. Карта. Начальная школа. Конечно, карта мне потребуется, понадобится. Ну что ж, куда сначала пойдем? Попробуем примерную. То есть это, я так понимаю, раздевалка. Что это у нас? Сохранение. Нет, список учителей. Список учителей и кровища. Куда же без нее? Давайте посчитаем. Почитать получится вот эту книгу. Написано кровью. 5 утра. Тьма, что приносит удушливое пекло. А, это утверждение. Тьма, что приносит удушливое пекло. Треск пламени, тишину разрывая, будет голодного зверя. Времени дверь открой, добычу ему приведи. Я без понятия, что бы это могло означать. Опять крови. Надеюсь, это не очередная загадка. Меня больше интересует, что это такое в углу. Это сканер? Или это принтер? Или, может быть, это холодильник? Я не знаю, на что это похоже. Похоже на какой-то древний сканер. Где же наша примерочная? Примерочная. А, это приемная, а не примерочная. Я неправильно прочитал. Ясно. Ну, хорошо. Отправимся в туалет? Нет, мы не отправимся в туалет. Здесь закрыто. Хорошо, какие у нас варианты? У нас варианты пойти... Проверить шкафчики. Интересно, они открываются? Нет, бутафорские шкафчики. Закрыто. Что ж, вариант один. Я думаю, стоит их тут бахнуть. Всех, кто здесь лазит. Ой, дети, дети! Карлики! Ебаные карлики! Сучка! Да пошел ты нахер! Ну-ка, ногой его! Ногой, ногой, ногой! Пинай, пинай гниду!
Не вижу больше никого. Ну, кто-то здесь определенно есть. Или это просто звуки? Бля, какие они мерзкие. Реально, это проходить надо было в то время. В то время, бля, это дико. Мне сейчас на самом деле как-то вообще некомфортно даже играть. Я играю один в темноте. Сейчас где-то 5 часов утра, утро, может быть, чуть позже. Блядь, мне хочется скорее убежать отсюда. Шлюха! Получи! Блять, да ебаный в рот, я ж тебя сейчас, блять, отпинаю нахуй. Получай, хедшот. Да блять, ебаный ты в рот. Контрольный. Блять, хватит меня отсасывать. Твой минет, говно. Да сдохни ты уже. Сколько патронов? 11 патронов. Я думаю, что трубой их, в принципе, будет выносить гораздо лучше. Патроны, думаю, стоит оставить на кого-нибудь другого. Мне нужно лечение. Стоп, 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 стоп. Фонарик по-любому должен быть включен. Как ни крути, как и радио. Без фонаря совсем не то. Ну, собственно, здесь вроде-то и нет никого. Куда мы можем отправиться? Быть может, спортзал? Заклинило. Так, это типа какой-то... Ай, ёбаный в рот, сука, ты чё охуела? Я испугался, пиздец, нахуй. Кто здесь ходит? Что это за дерьмо, блядь? Что это за хуйня? Вы тоже видели, да? Какая-то залупа здесь бродила, но больше её нету. И как морская свинка что-то пищала, ёпта. Я бы её палкой нахуй, блядь. Палкой бы ёбнул сейчас. Что с этими дверьми? Ну, конечно, закрыто. Так, пока здесь тихо и спокойно, нужно оглядеться и понять, куда идти. На склад, на склад. Я не ходил на склад. Тут несколько этажей. Хорошо. Блять, опять вы тут шныряете. Да бля. Лежать. Лежать, сказал. Вот так. Понял, кто здесь босс. Нужно идти направо. Так, сперва попробуем тыкнуть сюда. На склад закрыто. Ничего удивительного. Попробуем прямо. Понятно. А здесь тоже закрыто. И тут закрыто. Теперь открыто. Хорошо. Идем сюда. Вот в туалете. Что-то нас ждет в туалете. А в туалете нас ждут ебаные дети, сука. Нате в череп. Нате в череп, сука. Заткнись. Заткнись. И не вставай больше. Закрыто. 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 Да, слушайте, больше здесь, видимо, ничего и нету. Нет, ничего. Пусто. Женский туалет.
Что это за чувак? Почему? Мне кажется, что это я. Очень сильно похож, не правда ли? Те же глаза, тот же нос. Что? Простите. A friend in need. Чё, типа ему друг нужен? Так. Я думаю, что тут дверки должны, наверное, открываться, либо еще как-нибудь выпрыгнет. Нет, никого. Пусто. Сверимся с картой. Ну что ж, я предлагаю пойти попробовать наверх. С класса в спортзал. Сходить позже. Хотя, наверное, та дверь, где я не был, она все-таки заперта. И попасть туда можно лишь только пройти по верху, если. Сейчас мы это выясним. Как же быть и что же делать? Погнали. На нолик. Это в бок ходить. Все. О, переворот. Подъем, переворот, поворот. Все, я полностью разобрался в управлении. Эта дверь. Там ничего нет. Он уже все знает. Идем наверх. Что же, радио молчит, бояться нечего. Подъем пары ворот. Опа. Так, я вижу шлюхиных детей. Шлюхин ты сын. Ну-ка сюда. Да пошел ты в жопу. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ногой. Лежать. Ногой. Вот так. Красавчик. Нужно потыркаться во все двери. Наверх пока идти рано. Бля, ну и вы вообще, конечно, друзья. Получай. Получай, шлюхин сын. Вот так. Аптечка. Айлили. Вылечимся? Почему бы нет? Выход. Ну, собственно, видимо, да. Но тут же была еще дверь. Слоники. Ю, это вопрос. Какая-то херь. Класс. Кто там, Ленин? Тиди. Тиди. Какой-то непонятный чувак. Значит, здесь нам делать нечего. Ну, собственно, я, наверное, в класс впаду. Да. Пойдем в туалеты. Ох уж эти туалеты. Скорей бы лето. Пидорасы, я вам сейчас дам, блин, нахуй. Кто тут плачет, блядь? Кто тут нахуй ревет, сука? Открывай дверь, бля. Понятно, видимо. Кто-то плачет в женском туалете. Сейчас мы размажем пару. Ты, сука, там ревела нахуй. На тебе, на тебе. На тебе еще и тебе тоже. Вот так. Вот, ах ты, сука. Хватит ко мне приставать, ты не получишь мой член. Вот так. Вот так с ноги. Радио не умолкает. Потому что он еще жив. Судя по всему, раз он, блядь, двигается. Сука, я тебе дам пизды. Вот так. По трошечке.
Потрошечки, сколько же жизней у нас? С жизнями все в порядке. Патронов у нас... Один. 157 патронов. Слушайте, я что-то не понимаю, видимо. Надо пользоваться пистолетом, ведь это проще. Почему я хожу до сих пор с этой дурацкой трубой? С пистолетом я крутой. Стой, постой. Есть один прекрасный вариант запасной. Так, попробуем все же сюда. А, открыто. Что ж ты как дышишь-то, дружок? Так. Откуда? Видимо, он... Видимо, он тут. Где-то здесь. Летает, я уверен. Ну-ка. Нет, здесь никого нету, это просто музон, музыкальное сопровождение. Сумасшедшее музыкальное сопровождение. Эта музыка меня напрягает, честно. Глюкоза. Думаешь, а может все-таки понадобится? Какой-то пузырек. Химикат. Ну, видимо, для чего-то он нам нужен. Не просто так он здесь. Сразу посмотрим, куда нам. Ну что ж, ребятишечки, получайте свинца немного. Думаю, с ноги его кончить. Вот так. Что у нас тут? Рука? Слушайте, это рука больше, чем моя голова. Чья же это рука? То есть это не просто рука, это скульптура руки. Скульптура старческой руки. Видимо, скульптура старческой руки великана, наверное, они хотели это сказать, но не перевели почему-то или не написали. Надо попить диетической кока-колы. Кока-кола Zero. Единственная моя сладкая радость на диете. Пальцы цепко впились в медальон, как бы не жалея его отпускать. Не желая. Но медальон-то мне отдашь? Очень интересно. А как сделать так, чтобы эти пальцы перестали держать эту херь? Видимо, что-то нужно сделать. И... вернуться сюда потом. Патроны. Прекрасно. Уходим. Идем дальше. Что здесь? Здесь закрыто. Зачистить территорию от детей и ублюдков. Вы видите? Это призрак. Это призрак? Или это херь? Что это такое? Ай-яй, бля! Блядь, сука! Куда ты пошел? Это призрак? Это пингвин! Да ебаный в рот, это в натуре пингвин! Он пропал. Так, я, видимо, не добил. Не добил эту шляпу. Не-не-не, друг, мы хотим просто... Да, надо пинуть его. Вот так, добивание. О боже мой, опять эта стрёмная музыка. Кстати, обратите внимание, этот пингвин, видимо, нарисован вот тут. Очень похож, очень похож.
Ну что ж, все враги уничтожены. Проверим, что здесь. Опять кто-то здесь лазит. Давайте, выходите, я знаю, вот там. Блять, опять ебаные пингвины. Че вам надо? Че вы здесь делаете? Почему вас так много? Почему это пингвины? Что за херня происходит? Сумасшедшие японцы, они не могли придумать каких-нибудь страшных персонажей, призраков? Почему они пингвины? И что, кроме пингвинов больше здесь ничего нет? И аптечки? Окей. Ну-ка. По-любому из-за угла какая-нибудь херня вылезет. Да-да, вижу. Жопурыжу, сука! Бля, вот ты зря это сделал, мутант. Получи еще один раз. Вот так. Записка? Нет, никакой записки. Я так понимаю, здесь ничего нету, чисто проход, видимо. Что-то написано красным. Нет, не прочитать. Я думаю, нам сюда. Теперь открыто. Здорово. Давайте пройдем сюда и окажемся опять в этом коридоре с этой стрёмной музыкой. Посмотрим. Где мы еще не были? Мы не были в классах. В раздевалке. Неотчетливо написано класс музыки, видимо. Видимо, класс музыки. Когда я учился в школе, я очень любил музыку. Да, опять ты своим ножиком. Вулф. Волчок. Патроны. Чикаго Ньюс. Чикаго Ньюс. Ничего интересного. Идем сюда. Так, тут у нас тихо. И опять же ничего интересного тут нету. Ничего интересного нету, можно, я думаю, выходить тогда. О боже мой, опять эта музыка. Предлагаю сходить в раздевалку. А вот и шлюхины дети. Добить. Первый, второй уже откинул свои копыта. Ну и первым делом раздевалка. Какой-то звук. Кто-то просит снаружи. Кисонька. Ну да, это просто кошка. Зря она выбежала. Запрещено бегать или играть в раздевалке. Так, стоп, просто кошенька. А что в ящике-то лежит? Ничего.
видимо, на более сложном уровне сложности, мне так кажется, там что-то есть. Потому что есть такой прикол на загадке сложнее. Чем выше уровень сложности, внимание, не забывайте забирать вещи из шкафчиков после окончания занятий. Обычно начальная школа, доска, объявление, ничего особенного. На разных уровнях сложности в этой игре, на более высоких уровнях, нужно сделать больше действий, и загадки они сложнее. То есть, наверное, я думаю, что на другом уровне сложности здесь бы что-то лежало, что бы нам помогло пройти этот левел и отправиться дальше куда-то там. Да ёбаный в рот, сука! Ты заебал, ты кошку уничтожил, бля, ёбаный в рот. У тебя сердца нету, гондон. Что ждет нас дальше? Ну, конечно, мы пойдем налево. Так. Пианино. Я помню это пианино. Так, стоп. Какая-то загадка на стене. Написано кровью. Сказка о безголосых птицах. Взлетает первым алчный пеликан, что жаждет больше всех награды. Бьет воздух белым он крылом, а тихий голубь обогнал его. И мимо пеликана, пролетел так далеко, как только мог. А следом черный ворон, парит он выше голубя, чтобы показать, что он сильней. За ним и белоснежный лебедь себе найдет потише место в соседстве с другой птицей. И после... Слушайте, какая-то муть. Какая-то муть, ни хера непонятно же. Что теперь я должен сделать? Мне непонятно, что вы там про птиц этих писали. Не открывается. Ни хрена ничего не открывается. Знаете, это загадка. Я что-то помню, что-то здесь нужно сделать. Что-то нужно сделать. Я предлагаю поставить игру на паузу и посмотреть, что же в школе нужно сделать с этим пианино. Вот, на руку нужно вылить, оказывается, химикат, чтобы ключ получить. Это запомнили. То есть только после этого мы сможем прийти вот в этот музыкальный класс. Да, это музыкальный класс. Ну что ж, отправляемся за рукой. Закрыто. То есть тут нам не пройти, придется идти назад. Ну что ж, ладно. Что поделать, продолжая беспредел, осталось еще одно тело, по которому плачет мой прицел, и ментовский мел, дверь в комнату с ноги Скуби, ты еще цел? Или может Скуби, ты еще целка? Ужасная музыка. Ужасная. Хорошо, что этих ублюдских детей здесь нету. Итак, рука. Привет, рука старика. Собственно, используем химикат. Применить. Примерно такой же звук. Когда я вейп, тягу делаю. Отлично, взяли золотой медальон. Голубой медальон.
Проверим жизни. Жизнями все в порядке. Нам нужно вниз. Нам нужно вниз во внутренний двор. Чего же мы ждем? Да ты ебаный в рот, сука! Блять, опять ты к моему члену пристаешь. Получи, получи! И с ноги. Вот так. Нам вниз. Нет, нет, это наверх, а нам вниз. Карта. Двор. Пойдемте. Во двор нам нужно пройти через эту дверь. Помнится, мне здесь никого не было. Да и сейчас вроде никого нет. Собственно, я так понимаю, нам сюда. Заперта. На 10. Использую медальон. Применить нельзя. Нам нужно углубление в башенных часах. Конечно, углубление. Наверное, это здесь. Применить. Посмотрим, сколько показывают часы на этот раз. 12. И как это ни странно, но это означает, что нам нужно в музыкальную комнату. Где мы только что были. Вот ты попробуй догадайся, вот это все вот сам, вот без подсказок, ты без прохождения. Это же с ума сойдешь. Это же когда. Как можно до этого додуматься? Это же просто пипец какой-то. Неужели там снова этот ребенок? Слава богу, его тут нет. Склад. Рояль. Жутко. Жутко на самом деле. Несмотря на то, что графон тут говно, жутко, все равно жутко. Особенно эта музыка, она меня просто пиздец нахуй бесит. Вообще я боюсь не спускаться. Налево. Рояль? Я хер его знает, как можно догадаться, какие кнопки здесь нажимать. Проверить, Райли, да, проверить. То есть... Нужно в правильной последовательности нажать кнопки. Нажимаем, смотрим. Что? Мне кажется, сначала вот это. Раз. Два. Три. Непонятно.
Непонятно. Попробуем по-другому. Тут есть скриншотик. Значит, в первом четверостишии, то есть там на стене есть четверостишие, в котором сказано, что первым прилетел пеликан. Из этого следует, что нужно нажать на самую первую беззвучную клавишу белого цвета с левой стороны. Где же она? Это не она. Запомнили, это она. Нажали. Вторая клавиша. Во втором четверостишии говорится о голубе, который отлетел от пеликана как можно дальше, следовательно, надо нажать на самую крайнюю беззвучную клавишу белого цвета. Вот это. То есть, первая, вторая. Значит, третья клавиша. Там говорится о вороне, который пролетел немного дальше, чем голубь. Из этого следует, что надо нажать на соседнюю правую клавишу черного цвета. То есть, первая, вторая, третья. Отлично. Четвертая клавиша. Четвертый. Лебедь. И сел рядом с другой птицей. Следовательно, необходимо нажать на соседнюю левую клавишу от второй. То есть, первая, вторая, третья. Первая, вторая, третья, четвертая. В пятом четвертом говорит, что о вороне, который садится, пролетев совсем немного, необходимо нажать на самую крайнюю слева клавишу черного цвета. Собственно, это она. Е-бой! Упал амулет. Где он упал? Он упал рядом. То есть мы его можем без проблем забрать. Супербол! Отлично. Второй медальон, то есть, я так понимаю, нам нужно опять вниз идти, снова вставить. Что ж, возьмем и направимся опять вниз. Нам нужно во внутренний двор. Долгий путь предстоит нам, друзья. Все верно, мы движемся в правильном направлении. Я запомнил, нам вниз. Надеюсь, никаких сюрпризов не будет. Напрягает меня это местечко. Наверное, тут никого. По-прежнему никого. Серебряная луна. У меня есть серебряная луна. Все вроде бы ничего. Заперта.
часы показывают 5, все сходится. Нам нужно отправиться в котельную. Я так понимаю, котельная в подвале. Да неужели? Заперто? Окей. Котельная в подвале. Чтобы попасть в котельную, нам нужно что? Я так понимаю, нужно отправиться сначала на второй этаж. Интересно, на третий этаж нас пустят? Пустят. Это крыша. Что на крыше? Закрыто. Значит, не сюда. Как же нам пробраться к котельной? Котельной, да. Котельной можно попасть вот тут. Если мы пройдем через эти двери. Я думаю, что здесь. Тут я еще не был. Соответственно, здесь могут быть пацаны. Так, я уже вас слышу. Пацан. Бам, бам, бам. Один готов. Получи. Получи. Ты тоже получи. Все получат. Вы не бойтесь. Если вы переживаете, не надо переживать. Все получат. Что у нас в спортзале? Понятно. Ну-ка. Пацаны, я слышу вас. Или это пингвинчики? Да пошли вы нахер, чё вы носитесь, как эти, падают, они милые. Ха-ха. Интересно, кто это такие? Я думаю, это какие-то тоже страхи его безобидные, или возможно это страхи девочки, которая убежала. Трудно сказать, не знаю, нужно почитать, конечно, что это, кто это. Ну да ладно, нам сейчас нужно в котельную. На всякий случай дверь мы, конечно, открыта, отлично. В котельную это сюда. Ну-ка. Бойлерная. Ну, бойлерная, котельная, разница невелика. Тут склад закрыт. Котельная открыта. Что в котельной? В котельной кнопка. Опять помимо кнопки. Помимо кнопки нихера тут нет. Ну да. Итак. Ну, собственно, теперь нужно нам в эту башенку. Как попасть к этой башенке? Теперь мы уже знаем. Есть быстрый способ, быстрый путь. Попробуем налево сейчас, что произойдет. Теперь открыто, отлично.
Опять ёбаные дети. Вот так. Получи. Да, нам сюда. По-прежнему никого. Дверки. Куда ты лезешь, друг? Куда ты попадешь? Кипаут, написано же. Кипаут, держитесь подальше. Судя по всему, у него кеды конверс, мне кажется. Where am I? Да, вроде ты только что тут был. Я объясню, где ты, друг. Это альтернативная школа. Being here before. Да ёпта, опять ты здесь, господи, да как вы меня надоели, ну, раз, два, три, с ноги, бам. Так, мы в альтернативной школе. Куда мы можем пройти? Сюда не можем. Сюда. Так. Ёбаные тараканы! Да пошел ты нахер! Блять, кусается? Блять, ты... Слушайте. Я, кажется, понял. Он понимает только такое. То есть, только трубой можно ёбнуть этого шлюхиного сына. Иди сюда. Вот так. Вот так. Отлично. Что это за звук? Видимо, здесь ловить нечего. Нет, почему же? Есть дверь. Шкафчик. Нет, не открывается. Знаете, я больше как-то с пистолетом себя ощущаю как-то поспокойней. И вообще неплохо было бы вылечиться, конечно. Вот, теперь другое дело. Что это, карты? Кто-то играл здесь в карты? Это карточка с картинкой. Взять ее, конечно, взять. Посмотрим, что дальше нас ждет. Опять эти шлюхи. Блять, не успел. Раз. Два. Видимо, их обучали здесь, как коварно подкрадываться, чтобы сделать миньет. Но все эти
Все эти уроки пошли впустую. Они зря потратили деньги, свое время. Они свое время зря потратили, и поэтому они валяются в крови. Стоп. Дверь не проверил. Где же та самая дверца? По правую сторону. Окей. Смотрим. Слева не пройти. Собственно, там ловить нихера. Здорово, корова. Вот так. Первый. Второй. Я вижу, там маячит еще один. Что ж, дружок. Ты тоже получишь по заслугам. Что у нас здесь? Какой-то коридор и дверка. Угу. Очень интересно, что это за костюмы. Что это за банки? Вообще, обратите внимание, то есть это очень круто, я считаю, особенно для того времени. То есть такие локации, где колючая проволока, люди, то есть непонятно, оживут они, не оживут, будут ли они меня сейчас лупить. Диван подвешенный. Круто, мне очень нравится. Это, несмотря на то, что игра 99-го года, в нее играть интересно, то есть... Тебе хочется играть в эту игрушку? Очень классная локация. Загадки тоже. Попробуй еще догадайся, что за херня вообще здесь происходит. Это часто мне дверь? Какой-то... Как это? Капитан Очевидность, видимо. Кажется, я понял. Зачем она нужна? Быть может, тебе нужно опустить сюда карточку, друг? Попробуем. Открыто? Где мы? Мы прошли. Опять туалет. Интересно, что там? Пойдем сначала в женский. Собственно, в туалете ничего нет. Только банки краски. Я, кажется, понял. Это не кровь. Это какой-то развод. Это краска. Или кетчуп. Скорее всего, кетчуп. Дверь открытая. Но ничего нельзя потрогать. Ничего нельзя потыркать. Что это, объявление? Нет. Опять. Ну, видимо, здесь патроны. Патроны для дробовика. Обычные патроны. Отлично. Слушайте, а где же дробовик? Если есть патроны, где же дробовик? Ах ты шлюхин сын. Неубиваемый. То есть к нему нужно как-то попасть по-другому. Стоп. А куда делась дверь? Тут же была дверь. Но двери больше нет. Это очень странно. Обратимся к прохождению.
Знаете, здесь вообще глюк. Здесь глюк в плане, когда мы заходим в туалеты в эти, мы как бы перемещаемся меж этажами. То есть, вот зайдя в этот туалет, и выйдя из него, мы оказываемся снова здесь. Собственно, дробовик нас ждет вот тут. Опа-на. Что это за дерьмо? Что это такое? Дробовик. Да, взять. А труп осмотрим. Распятый труп. Жуть какая. Да вообще вся игра жуть, если кто не заметил. Интересно, переделают Silent Hill? Сделают ремастерит? Я бы очень хотел. Это было бы круто. Снова мы оказались здесь. Через учительскую на лестнице. Выходя из комнаты, вы слушаете телефонный звонок. Это звонит Шерил. Значит, нам нужен мяч. Нам нужно на склад. Собственно, склад справа. Интересно, двери открыты? Нет, здесь не пройти. Попробуем тут. Блять, опять ты, сука, пристал. Получайте, шлюхи. Тут ничего интересного. Попробуем здесь. То, что нужно. Я вижу потрошки. Пригодятся. Телефоны. Телефон сломан. Но не тут-то было. Cheryl! Так. Звонок был. Звонок был. Значит, здесь должны быть дырки. Может быть, это дырки? Это не дырки. Никаких дырок нету. Вообще не вижу никаких дырок. Наверное, здесь. Нет. Вообще никаких не вижу дырок. Телефон сломан. О каких дырках идет речь, мне непонятно. В
какие дырки здесь можно посмотреть. Ну да ладно, нам нужен мяч в любом случае. Я так думаю, что в эти дырки надо посмотреть. Они выделяются. Да и ящик сам выделяется. Нам нужно попасть на склад. Вот он склад. Мяч. Отлично. Как пирожки в электричках. Обратно. В эту же дверь. Шлюхины дети, где вы? Ах ты гад! Получи. Кто-то здесь еще. Вон он. Таракашка-букашка. Ага. Собственно, они мертвы. Я не вижу никаких дырок. Вообще никаких дырок. Абсолютно никаких дырок. В принципе, в прохождении сказано следующее. То есть после того, как... нам нужно на крышу подняться, я понял. Поднимаемся на крышу. Крыша. Что у нас на крыше? На крыше есть дырки. В них можно, я так понимаю, посмотреть. Это похоже на дырки? Похоже на дырки. Обратите внимание, как дождик капает и остается капельками на земле. Не получается. Хорошо, может получится кинуть мячик? Нет, не получится кинуть мяч. Нужно найти какие-то дырки. Дырки. Собственно, вот дырка. Ага. Ничего особенного. Я думаю, что особенно в этом есть. Применяем. Мячик использован. Есть вентиль. Нет, ты не понял, тебе нужно же... Очень странно, очень странно. Я понял. То есть нужно найти еще одну дырку, и в этой еще одной дырке есть ключ. Вот она, дырка. Дырешенька. Дырешечка. Ключик. Ключ есть. Мяч вставлен. Осталось покрутить вентиль. Давай крути. Супер. Ну, собственно, теперь нам во двор.
Опять этот символ. Спускаемся вниз. Нам сюда. И во двор. Надеюсь, меня тут никто не будет напрягать. Я так понимаю, должна быть какая-то труба. Ага, вот, собственно, и ключ. Ключик взяли. Итак, нам на второй этаж, в закрытую комнату, Locker Room, на второй этаж. Да что ж такое-то? Смотрим, где у нас второй этаж. Я так понимаю, направо. Причем путь мы держим здесь. Через всю вот эту херню. Стоп. Стоп. Нет, нам не сюда. Я ошибся. Я ошибся. Нам сюда. Второй этаж находится тут. Locker Room. Мне непонятно, что за Locker Room. Ай-яй. Бам с ноги. Патроны — это хорошо. Как дела у нас со здоровьем? Есть аптечка. Можно подлечиться будет попозже. Кто есть? Али нет. Патрошечки. Уже для дробовика. Ничего. Thank you.
Да чтоб тебе! Вот так. Добил. Нет, уже откинул. Копытца. Так, и свои щупальца там еще у них. Мне херово, пацаны. Теперь вроде норм. Смотрим куда. Раздевалка. Шкаф. Тот самый шкаф, где была кошка. Закрыто. Чел! Нет, открыто. Кровяка. Ничего нет? Ой-ой! Прикольно. Ключик. Да в шкафчике нам и не надо, нам ключик нужен. От библиотеки. Собственно, видимо, нам в библиотеку. Такс. Нам в библиотеку. Немножко диетическую колу. Значит, нам нужно библиотеку. Фонд библиотеки или библиотека. Странно. Думаю, что все-таки фонд библиотеки. Карта. Значит, направо. Закрыто. Окей. Прошу прощения. Садится гарнитурка. Но это все поправимо. Я могу ведь поставить ее на зарядку. Все почти готово. Ну что ж, продолжим. Как нам попасть в библиотеку? Налево. Опять кто-то здесь лазит. Ах ты, сучка! Готово. Не будем тратить время. Тут никого. Нам сюда. Ну и, собственно, прямо. Что же у нас здесь? Здесь есть аптечка. О, боже мой. Я испугался. Кто там стучит, ебаный в рот?
Одну секунду, я скоро подойду. Итак, дорогие друзья, я снова с вами. Мы продолжаем. На чем я остановился? На чем я остановился? Остановился я на том, что нужно взять патроны и прочитать книжку. Что же здесь нам напишут? Услышав это, охотник взял лук и стрелу и сказал: «Я убью ящера, но прежде чем вступить в бой со супостатом, он стал подаль и закричал, дразня врага: „Мне не страшен старый ящер. Я проглочу тебя одним махом“, и ринулся на смелого охотника, широко разинув пасть. Он выстрелил прямо в развернутую пасть страшилища. И стрела, беспрепятственно пролетев мимо острых зубов, пронзила беззащитную глотку. Вот так вот, дорогие друзья, замочили ящера. Да, я вот не читал такую сказку. Сейчас посмотрим, что здесь есть еще интересного. Может, для чего это книжка? Сказка? Дверь? Книжка только одна. Пришли мы откуда? Стоп, 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 стоп. А здесь что? Здесь что? Это же тоже книга. Нет, 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 нет. Нет, это все бутафорская херь. Ее прочитать нельзя, ну да ладно. Мы пойдем сюда. Отсюда мы, наверное, пришли. Мы сейчас были в библиотеке. У нас есть класс. Окей, нам вниз. Закрыто. Хорошо, хорошо. Как мы можем спуститься? Я, кажется, понял. Кажется, я понял. Ключ от класса. Кто-то здесь лазит. Больше никто.
Да, нам сюда. Никого. Говно. Ах ты говно. Да чтоб тебя. Да блин, я ж тебе сейчас всю жизнь потеряю. Вот так. Нам нужен медпункт. Добили. Медпункт. Отлично. Как классно, сохранение в медпункте. То есть не где-то там, а именно в медпункте. То есть там, где... Там, где все здорово. Аптечка. Отлично. Посмотрим, посмотрим, сколько жизней. Жизни, в принципе, предостаточно. Есть аптечка, есть, значит, настойка, есть сохранение. Так, ну, смысл кафе нам уже можно перезаписать. Вряд ли нам придется загружаться в кафе. Окей. Далее мы идем обратно вниз, в бойлерную. Значит, сразу скажу, как бы, да, то есть, раз уж я прохождение читаю, далее нас ожидает босс. Сплитхед. Сплит — это раздвоенный, то есть двойная голова. Или разделенная голова. Скорее, разделенная голова. Значит, необходимо повернуть левый вентиль один раз вправо, а затем правый два раза в любую сторону, после чего проход откроется. Босс. Ну что ж, погнали. Какая-то ерунда. Ну, собственно, вариант только один. Бойлера необходимо. Значит, один раз вправо. Левый вентиль один раз вправо. Право. Нет, поворачивать больше не нужно. В любую сторону два раза повернуть. Вот этот. Еще раз. Действительно, проход открылся.
Пойдемте. Запаниковал пацан. Ах ты говнюк, сейчас ты получишь по полной программе. Труп жжет, сидит. Ну что ж, друган. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ой-ой-ой. Ой-ой. Ой-ой. Знаете, я думаю, что против него нам поможет дробовик. Не просто так он тут валялся. Конечно. Отбегаем подальше. Нацеливаемся. Друган, зря ты связался со мной. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Давай, перезаряжайся скорей. Ай-яй. Давай, давай, давай. Нет, 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 нет. Черт побери. Черт побери. Все не так-то просто, как кажется на первый взгляд. На самом деле я просто не успел. Продолжить. Я не успел шмальнуть ему в пасть. На этот раз я не буду таким глупеньким. Я возьму дробовик сразу. Раз, два, три, четыре. Пять. Перезарядка. Открывай свою пасть. Давай, как в той сказке. Мы читали сказку. Нет. Давай, давай. Отлично. Отбежим. Бам! Что происходит? Кажется, я его победил. Что ж, ты больше не такой крутой, как до этого. Пропало. Был босс. Who in the hell was that? Это был босс. Сплит Хэт. Да, бойлерный. Здесь творится адская херня, друган. Ключик тебе по-любому понадобится. Угу. Что-то написано на стене. Я думаю, что больше дробовик смысл тратить нет, возьмем пистолет. Так. Уходим обратно. Карта. Ну, судя по всему, нам наверх. Я тоже это слышу, друг.
дверь открыта. Сохранение. Босс мертв. Знаете, я сохранюсь на другой. Хотя, в принципе, и на первый. Потом хрен разберешься, чё к чему. Ну что же. На этом, пожалуй, закончу. Обязательно продолжу прохождение Silent Hill в следующий раз. Потому как, ну, надо пройти эту игру, как ни крути уж. Пора закончить это все дело. Поставить жирную точку. Пройти все части Silent Hill. Осталось-то всего лишь две. Первую вот эту и Originals. Origins, как там правильно-то. В принципе, все, кто смотрел, спасибо. Кто не смотрел, не спасибо. До новых встреч. До свидания. Out.